В 2022 году Владиславу Тютюхину исполнилось бы 90 лет, но вот уже 3 года его день рождения проходит без него. В день юбилея Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр собрал тех, кто знал и помнил этого неординарного человека. Все свои устремления, и я думаю, что и таланты, которые очень многогранны, он просто направлял на то, чтобы завтрашний день был лучше. И во всем, чего он касался и чем он занимался, всегда был результат. Вот это характеризует его как цельного человека, очень сильного и очень целеустремленного. Почетными гостями юбилейной встречи стали представители ВСМПО, кому довелось работать под началом Владислава Валентиновича. Они посетили кабинет музея, где фотографии, документы и личные вещи сохраняют неповторимый тютюхинский стиль. Переносят в те времена, когда жил и творил человек, создавший на Урале уникальное титановое предприятие, а после не менее уникальный медицинский центр. Это легенда, это человек с большой буквы. Ну, конечно, это все заезженные фразы, но вообще это очень большой человек, очень, очень добрый, внимательный и надежный всегда был человек. Представители руководства и коллектива Уральского медицинского центра, который вот уже 3 года носит имя Тютюхина, один из сыновей мецената Дмитрий Тютюхин, глава Нижнего Тагила, председатель городской думы, представители государственных и муниципальных предприятий. Более 1,5 сотен человек собрались, чтобы отдать дань памяти и сказать слова благодарности за то наследие, которое оставил Владислав Тютюхин. Мы вспоминаем близкого для нас человека, человека, который отдал всего себя любимому делу, с которым мы были вместе до последнего момента, с которым мы решали большие задачи, которые он ставил перед нами. Те, кто приехал из Верхней Салды, это могут подтвердить, поскольку это люди из команды Тютюхина, которые многие годы с ним проработали. Он умел создать команду, которая возьмется за решение этих целей. Он сумеет настроить коллектив так, чтобы преодолеть любые невзгоды. И он часто говорил, что мы многое делаем вопреки обстоятельствам и так далее. Но наша цель – сделать это. От команды ВСМПО «Висма» команде Центра реабилитации вручили подарок. Известное фото Тютюхина, выполненное с помощью лазера на титане. Концерт артистов Нижнетагильской филармонии и фуршет завершили памятную встречу друзей и родных, коллег и соратников Владислава Тютюхина. Эльвира Приказчикова, Евгений Марычев. Итоги недели.